я надвигаюсь. Делать не хватает. Ты там как? Видую тебя. Российский ебаный контракт. А теперь вылезть не могу. Логически подписали за меня. Ты обещал, что после того, как наберется 300 тысяч человек мобилизированных, спецоперация закончится и начнутся боевые действия. Реальная война. Сейчас 300 тысяч человек. Мобилизация отменена. И все так же продолжается спецоперация. Вообще, надо ее.